С 2016 года в Ленинском районе города Бреста проходит итоговый педагогический конкурс «Педагогический Олимп», на котором определяются лучшие учреждения образования города. Выбирается победитель в 6 номинациях, каждая из которых по-своему важна, поэтому выделить какую-то одну было бы неправильно. В течение года коллективы среднего, общего и дошкольного образования стараются проводить образцовую, воспитательную и педагогическую работу в разных направлениях, чтобы в итоге их труд оценили по достоинству. И здесь случайно победить не получится. 6 номинаций, включая себя 100 позиций, по которым учебное заведение и оцениваются. Подбиваются статистические данные по всем представленным показателям, а уже посчитав результат, и определяется победитель. Здесь исключены в самом конкурсе. Конкурс объявляется на начало календарного года, то есть он идет не по календарному, не по учебному году, а по календарному году. Для того, чтобы исключить любые субъективные подходы в оценке деятельности школ, гимназий, детских садов, за основу у нас берутся статистические и ведомственные отчеты. То есть исказить статистику, понятно, что нельзя, правильно? Исказить ведомственную отчетность тоже нельзя. Ленинскому району действительно есть чем гордиться. По итогам 2021 года у нас 51 медалист, у нас 4 медали международных конкурсов и олимпиад и 5 стобальников, которые получили 5 наших выпускников. Впервые за 6 лет в конкурсе выявлен абсолютный победитель среди системы общего и среднего образования. Это школа номер 20. По словам директора Александра Агеевца, большой вклад в такой результат несли учителя-предметники, дети, а также предыдущий директор Ирина Никифоровец. Ведь только за 2021 год ученики учреждения неоднократно занимали первые места на различных олимпиадах и конкурсах, как городских, так и республиканских. Конечно, у нас коллектив очень достойный. Учителя работают очень хорошо, работают на результат. И я хочу отметить, что очень большой вклад вложила Никифоровица Ирина Федоровна, предыдущий директор 20-й школы. Ну и сейчас я надеюсь, что являюсь хорошим, скажем так, последователям всей данной работы. Также определили абсолютного победителя среди системы дошкольного образования. Лидером стал ясли-сад номер 51 города Бреста. За 6 лет проведения конкурса второй дом для маленьких деток уже третий раз взбирается на верхушку Олимпа, в чем большая заслуга как самого коллектива, так и заведующей Светланы Попени. Наш коллектив стремится к созданию конкурентоспособной развивающей среды. Мы работаем над имиджем нашего учреждения. Конечно, это невозможно без квалифицированных кадров. Кадры решают все, поэтому доминантным вопросом в моей работе является повышение квалификации кадров. Главный девиз конкурса «Кадры решают все» говорит сам за себя. Именно профессионалы своего дела знают, как заинтересовать ребенка и сфокусировать его внимание на учебе. В будущем педагогический Олимп будет становиться масштабнее, а значит и требования к участникам образования возрастут. Но для опытных педагогов это не усложнение, а лишь дополнительная мотивация. Александр Богданович, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.